Ну и вот он, смотрите. Вот это да. Смотрите, как тут прикольно, а? Смотрите, какая красота. Смотрите, все из дерева, вообще класс. И вот такая вот улочка красивая. Ну и мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по улочкам Бухары. И кругом отели, отели, отели. Одни отели. Прям удивительно, вы знаете, идешь и одни отели. Каждый отель со своей какой-то фишечкой. Я так много отелей, честно говоря, ни в одной стране мира не видел. О, я вышел опять на центральную улицу. То есть я, видать, дал кружок. И, собственно, вернулся. У меня этого, как он, кретинизма нету, топографического, да? То есть я примерно понимал, где я нахожусь. И я вернулся сюда. Кстати, вот здесь, по-моему, был... здесь, по-моему, кинотеатр был. Насколько я помню, как мне рассказывали. И опять, смотрите, отель. Вот, да, вообще прикольно. Смотрите, одни отели. Фастфуд и отели. Честно. Прям удивительно. Вот где, в какой вот стране мира, где ты идешь, и весь центр усыпан отелями. Ну, это, наверное, только в Петербурге, да? Если мы вспомним из истории, там тоже, ну, вернее, не из истории, а вернее, как приезжаешь в Петербург, в центре города очень много отелей. Вот так же здесь, в Бухаре. Бухара – столица, в столице, в самом сердце ее, столица, ну, в самом центре, города, да, вон. Отели. Слушайте, я в шоке от того, что отели на любой цвет, вкус и кошелек. Вы, кстати, это вот я останавливаю такое пристальное ваше внимание. Да, то есть вот Султан, пожалуйста, отель, да? Можно узнать, сколько стоит. Здесь день, ночь. Сколько здесь можно остановиться? Вот. Да, вот. Так, здесь мы уже проходили с вами. Так, пожалуйста, вот вам фрукты, овощи, гранатики. Вам сок могу сделать. С этой стороны у нас улица, где улица с этими, со всякими причиндалами. Кафешка. Базар. Вот рюкзак. Рюкзаки даже продают. И мы идем. Кстати, вот вам покажу еще один офигенный красивый дворец. А? Или что это, мечеть, или что это, я, честно говоря, не знаю, да, но я вам просто покажу. Смотрите, какой красивый, такой, знаете, песочного цвета здания. Смотрите, какой, а? Красота! Здесь, смотрите, здесь все примерно одного цвета. Видите? Все улочки, нету такого, знаете, разноцветного. Здесь все одного цвета. Пожалуйста. Тут все одного цвета. И это мы, кстати, входим с вами в этот... Кстати, каракуль. Смотрите, шапки из каракуля. Из... Альцы, насколько я помню. Вот, пожалуйста, тут куча тебе всяких безделушек. Хочешь купить магнитик, пожалуйста, купи, принеси свой вклад. Вот. Пожалуйста. И тарелок тебе тут всяких разных, расписных. Можно. Даже бананы можно купить. Кстати, даже бананы. Вот вам еще один ресторан. И вот мы входим, можно сказать, в самое сердце старого города. Да, вот здесь всегда прохладно. Вообще кайф. Вот. Так, пойдемте с вами дальше пройдем.
халва. Пожалуйста, вот вам кафе халва. Халва. И вот вам тоже здесь огромная площадь. Вот канал тот самый. Вот вам, пожалуйста, каналчик. Видите? Ну, походу, реально чуть хару здесь правит. Смотрите, какая красотища. Орнаменты какие, да? Всякие вот эти красивые. И дизайн, да? Вот смотрите, такой. Арочка такая, да, красивая? Ковры, друзья. Кому нужен ковер, а? Самолет ковер. Можно и ковры себе купить. Что хочешь, можно себе купить. Можно, смотрите, взять самокат, велосипед на прогулку. Поэтому цивилизация здесь есть. Так что не думайте, если вы тут собрались в Бухару, и тут ничего нет. Так. Кстати, тоже фишка, смотрите, можно взвеситься. Видите? Женщины, можно встать на весы, взвесить и узнать свой вес. Это, кстати, такая старая тема. Я даже еще помню, когда я жил в Ташкенте, у нас такая же тоже тема была. Заплати денежку и узнай свой вес. Вот там кафешка. И вот вам старый город. Здесь у нас ведутся археологические раскопки. Кстати, вот это место, там вход платный. Это я вам сразу говорю. Так что мы продолжаем идти дальше.